Что касается раковых заболеваний и лечения раковых болезней, вы знаете, мне кажется, самая большая проблема, что в принципе очень тяжело проверить действительно, насколько действует вакцина, и кому-то она слегка помогает, а у кого-то прям невероятный эффект от нее, а на кого-то она совершенно не действует. И все лекарства, которые создаются, нету общего мнения, что вот наконец-то все получилось, создано лекарство, которое может помочь всем пациентам. Нет, такого не произошло. И поэтому это печально, больно, и одновременно остается только надеяться на то, что, может быть, наша медицина когда-то сможет это решить вопрос, и появится какой-то чудотворный эликсир, который поможет избавиться от раковых клеток. Но мне хочется только пожелать всем людям действительно стараться контролировать себя и как можно меньше злиться. Потому что в тот момент, когда мы очень сильно расстраиваемся, когда мы начинаем проявлять какую-то агрессию, порой у нас и происходит зарождение, я не хочу сказать каких-то конкретных заболеваний, но происходит определенный сбой. И вот то, что твердят все медики о том, что человек заболевает в период стресса, вот с этим я абсолютно согласна.